короче, на дате взрыва звезды смерти. Мы почитали там через звездный календарь, когда это произошло, и решили дать дань памяти темному лорду, лорду всей империи. И впервые в Киеве, в Украине, останки Дарта Вейдера будут привезены в Киев на фестивале VGM. Они будут присутствовать. Любой косплейщик, любой любитель Звездных войн, который хочет увидеть героя практически вживую, может прийти поклониться, зарядиться силой темной стороны и, скажем, нести косплей в Украине. Встать. Дякую.